Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас июль 2019, Крым. Смотрите, приехал поздно в город Севастополь, район Балаклавы. Ночь уже, номеров дешевых не было, за 1500 все сданы. Были дорогие, около 3000-2200, но платить за такое место, простой маленький населенный пункт, смысла не было. Решил я переночевать в палатке. Сейчас покажу, как все это выглядит, прямо на природе, сейчас все увидите. Вот смотрите, в общем, у нас будет ночевка на 0 рублей называться. Палатки, кстати, машины, вот палатки. Вот такая вот еда, собранная в ППХ. Вот такая здесь есть газовая плитка. У меня, смотрите, какая классная плиточка. Вставляете газовый баллончик и можно жарить. Вот картошечку я пожарил. Яички здесь лежат, вот. Какая тут вещи тут наши, не наши, картошечки здесь. Вот такая еда, подушечки на свежем воздухе. Здесь, смотрите, вот такая палатка, в которой я поспал, подушечка, одеялка. Также у меня есть надувной матрас, но я не стал его надувать, ребят. Вот я в палатке сейчас прям завалюсь, покажу вам. О, красота! Вот так вот можно провести ночь в палаточке. В принципе, тоже неплохо. Интерес, свежий воздух такой. Ночью, правда, холодно, но если хорошо укутаться, то нормально получается. Вот такая жизнь палатки. Вылазим. И сейчас покажу все, что здесь есть вокруг, ребят. Вот место, где еду я сейчас готовлю. Здесь рядышком такая заправочка есть тоже. Места разные. Вон автозаправка. Теплые местечки. И вот смотрите, как здесь с природой все устроено. Красиво. Как бы маленький лес такой, лесочек. И вот здесь растут разные растения. Есть даже сливы, например, можете посмотреть. Прям вот реально. Сливы. Начало июля 2019. Вот желтенькие. Желтенькие они. Чуть-чуть кисленький, но одну можно сорвать. Одну ягодку. Хоп, сорвали. Красота. Сейчас я прям ее съем прям при вас. Крым, Севастополь, 2019. Смотри, слива. Огонь. Кисленькая. Сейчас покажу вам, здесь есть еще такие деревья, орешник называется. Орешник, тут растет грецкий орех. Он, конечно, ну вот он. Вот, смотрите, вот этот орешник. А вот настоящий грецкий орех растет. Вот они какие, когда маленькие. Видите? Вот это грецкий орех. Он еще не созрев, но такой он будет. А вот листья орешника. Крыму все это растет, и вон они, я смотрю, очень много их, орешки молодые, здесь орехи, вот такие вот они зелененькие. Красота, природа, зелень здесь прям вот реально очень все круто. Но орешки пока не выросли. Но для интереса я вам показал, ребята, как можно прожить иногда в такой ситуации, когда там не снял жилье или просто даже на природе. Просто хочется около моря, но здесь моря нету, такого пляжа. Все места хорошие, они дальше Ялты находятся. Здесь таких мест прям хороших нет, если от Севастополя до Ялты ехать. Пляж, вся дорога идут через горы, и невозможно подобраться там к морю. Надо спускаться вниз. Так что всем удачи, я говорю, ребята, пока. Путешествуйте. До новых встреч и поехали.